Всем привет! Меня зовут Наталья, вы находитесь на моем канале о вязании. Девочки мне уже пишут, где видео, почему не выкладываете ничего, что здесь, что на Яндекс.Дзене. Если честно, девочки, нет желания получать в свой адрес кучу негатива. На каждое мое видео, я же вам открыто все рассказываю, там, да, заблокировали монетизацию, я вам открыто все рассказала. Поднялась цена на пряжу, точно так же я вам открыто все рассказала. Посоветовала магазин, где я заказываю, да, оказывается, что в моем магазине еще вполне терпимые цены. Многие девочки успели там тоже заказать, спрашивали, кто у меня магазин. А мне в ответ на каждое мое видео сыпется куча негатива, там и смерти желают, и идти на завод работать, и шишки мы скоро будем есть, и все такое прочее. Ну, не переживайте, надо будет, и на завод пойду работать, и уборщицей пойду работать, в этом постыдного ничего нету. Мои дети не останутся голодными. А тех, кто желает вот эту вот кучу всех гадостей мне, ну, что сказать, закон бумеранга никто еще не отменял. Я не буду никому ничего писать там в ответ, да, я сразу этих людей блокирую, но вы же потом думаете, да, и вообще в кого вы превращаетесь. Ладно, все, давайте больше не будем о грустном. Я это рассказала к тому, что, ну, нет у меня желания, да, снимать видео и делиться какими-то своими там радостями, достижениями или наоборот какими-то разочарованиями, потому что все равно в ответ кучу всего понапишут гадостливого. Кстати, Яндекс.Дзен заблокировал иностранцев всех. Так, давайте по марафону. Я так сняла с таким энтузиазмом первое видео, что вот все, я там настроена буду вязать зайцев, столько у меня всего-всего. Но тут вот эта вся череда событий, да, и про монетизацию Ютуба, и про поднятие цен на пряжу, как-то мой энтузиазм просто так вязать зайцев, скажем так, поутих, потому что, ну, не знаю, смысл вязать, да, в ящик, если они не заказаны. Но я все равно думаю, ладно, погремушки, зайки, они всегда разойдутся, буду вязать. Но тут вот как раз в начале марта, в первых чисел, мне приходит заказ. Там и зайки есть, и не только зайки. И, конечно же, я вот вчера закончила вечером последнюю игрушечку из заказа. И давайте вам покажу. По марафону у меня связалось две вот такие погремушки. И это как раз-таки, да, вот заказ. Одна будет розовенькая, одна такая мятная. И, ну, я решила тоже это причислить к зайкам. У меня заказали три вот таких вот ушки-шуршалки. Но они же ушки, да, но тоже зайки, правильно? Потому что там девочки таких простых крох вяжут, там, да, ну буквально там тельце, две лапки и ушки. И как бы я думаю, что здесь-то тоже работы немало. Все вот эти ушки, они вяжутся большие, вывязываются. Я решила их тоже внести в этот марафон. Заказчица написала, что в любых цветах, главное, чтобы они были разные, да, и поэтому тут моя фантазия, я вязала то, что я хотела. С одной стороны, конечно, люблю такие заказы, а с другой стороны, все время мысль крутится, ну, мне вот этот цвет нравится, а вдруг вот человеку, да, кто заказывал, наоборот, не нравится. Но я так думаю, что, скорее всего, это для какого-то магазина заказ, возможно, с детскими вещичками, чтобы для ассортимента было. Так что вот, по марафону мартовские зайцы на данный момент, сегодня уже 11 марта, у меня связано только 5 зайчиков. Там у девочек, я знаю, что еще несколько дней назад видео смотрела, там и 14 зайчиков было. Небольших, правда, но все равно. У меня пока всего лишь 5. Ну, что будет, то будет. Главное, что... Кстати, девочки, выкладывайте побольше видео на марафон. Я прям каждый день обновляю по хэштегу, хочу что-нибудь новенькое посмотреть, кто что вяжет, повдохновляться. Так что выкладывайте.
Так, это марафон. 5 игрушек. Теперь давайте по заказу. Уже отчитаюсь все, что у меня есть готовое, потому что сегодня-завтра буду отправлять. Вот такого тигренка заказали, погремушечку. Далее. 3 вот такие соски заказали. Кстати, девочки, на все вот это у меня есть мастер-классы. И на погремушку зайку, и на тигренка, и на ушки, и на соски. Вот эти соски, кстати, набирают популярность. Они на Валберес у меня их заказывали под реализацию. Неплохо продаются. И вот в заказиках часто встречаются тоже. И 2 наборчика заказали. Вот эти жирафики и погремушка. Прошу прощения, штору задела. Жирафик — это по мастер-классу Ольги Аскаровой. Бесплатный мастер-класс на Ютубе. Вот такой он. Симпатяшка получается. Кстати, вот одно время прямо у меня очень много этих жирафов заказывали. Я не успевала пряжу покупать этого цвета. И вот именно в таком почему-то цвете. Я еще вязала в таком вот красивом лимонном. Ну вот, похож на вот этот, но не этот, это хлопок. В красивом лимонном вязала цвете, лимонный нет. И вот сейчас у меня есть тоже набор в таком цвете, в лимонном цвете такой же набор. Попросили, что нет, 2 связать набора вот в ярко-желтеньком. Это джинс 35 цвет. И вот почему-то последний раз, когда я заказывала пряжу, его не было в наличии. Бывает такое, что он пропадает из наличия. Надо съездить, наверное, в сам магазин. Может быть, он есть на витрине. И выкупить, потому что у меня уже последний моток я начала в связи с этим заказом. И погремушечка в набор к этому жирафику. Тоже вот такие классные получаются прям. Это все вот один заказ был. Не знаю для чего, но для чего-то заказали так много. Думаю, что или в магазин, ну скорее всего в магазин, раз цвета не важны, то скорее всего в магазин. Так, и какие планы дальше? Дальше со мной связалась девушка с Валбереса. Помните, я вам рассказывала, что она у меня делала 2 закупки на Валберес, 2 оптовых заказа. И я ей под реализацию отправляла заек вот таких, 5 погремушек сначала решила отправить, посмотреть, что будет. Но она мне, правда, даже за них сразу денежку перечислила. Не ждала, пока они продадутся. И она мне написала, что зайчики очень быстро разошлись на Валбересе, очень быстро. И попросила, если у меня есть желание, возможность, еще прислать. Вот я решила ей сделать, мы с ней договорились, что я ей сделаю 10 зайчиков, 5 розовеньких и 5 коричневых, таких же, как я делала ей в прошлый раз. Розовые, кстати, быстрее разошлись. Ну, как всегда, для девочек быстрее все расходятся. Коричневые чуть подольше, но все равно. Там было 2 розовых и 3 коричневых. И мы с ней договорились, что я ей пришлю еще осьминожек. Тоже сделаю. Но вот осьминожек, как бы, я не знаю, сколько штук. Ну, штук 5 точно свяжу. А там, может, и больше, если получится. И посмотрим, как осьминожки зайдут. Ну, вот эти точно зашли. Пока что я уже начала вязать вчера детальки, да, у меня связаны вот эти вот штучки, связаны несколько ушек, несколько голов связано. Ну, я думаю, что на следующей неделе я все это уже вам покажу, потому что заек я в первую очередь вяжу, а потом уже осьминожек начну. Мы с ней договорились, что где-то к концу следующей недели спишемся, что там у меня получается, так как... Надо на Валберес отправлять, потому что, ну, сейчас не думаю, что у меня будет прям большой завал заказов. Хотя и с Инстаграма все равно идут такие небольшие, там из наличия в основном забирают. И с ярмарки мастеров идут заказики небольшие на наборчики. Поэтому, ну, там больше, знаете, такие вот для себя, как бы, да, там на подарки заказывают. Поэтому все равно заказы есть. Не переживайте, злопыхатели. Шишки есть не будем.
Все, давайте на этой ноте закончим, да. В названии, наверное, подпишу, сколько у меня игрушек, чтобы потом девочки не путались. Наверное, можно меня вычеркивать уже из претендентов на победу, потому что много я все равно ненавижу. А столько такое хотела разнообразие навязать за март, а уже вот 11 число, и как-то совсем не идет у меня этот марафон сейчас. Но все равно. И повторюсь, что я с удовольствием пересматриваю все видео, которые выходят под хэштегом. Так что, девочки, снимайте, выкладывайте почаще. Все, всем спасибо, всем пока-пока, всего вам доброго. Давайте не обращать внимания на тех, кто не в себе. Пока-пока.